то к нам уже пришла наша Татьяна Гловацкая и будет обучать нас чему-то новому и красивому. Татьяна, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, друзья. Надя, Андрей, я хочу с вами кое-чем поделиться. Так, буквально. Вам сделали предложение. Пока нет. Буквально на днях я познакомилась с одной из наших постоянных телезрительниц, и оказалось, что бабушка моей клиентки каждый вторник смотрит мои фитнес-зарядки в Доброй Раннице, Беларусь. Галина Ивановна, я хотела бы лично передать вам большой привет в прямом эфире и благодарность, потому что именно вы вдохновили меня на создание следующего комплекса упражнений. Как сказала Галина Ивановна, не все упражнения, которые я показываю в прямом эфире, легко сразу повторить. Она в основном танцы повторяет сразу. Которые открывают женственность. И танцы, и фитнес. Особенно нашим милым дамам. Поэтому сегодня я подготовила гимнастику для женщин 55+. Мы начинаем с исходной позиции, ставим ноги под наши тазобедренные суставы на ширине таза и начинаем с движения нашими плечами. Пытаемся лопатками коснуться друг от друга. И в обратную сторону делаем круговые движения. Еще два и один. Последний раз поднимаем руки в разные стороны, начинаем себя любимых обнимать и раскрыли корпус. Еще раз обнимаем наш корпус, раскрылись, повторяем еще два раза. Отлично. Как еще не пообнимать себя с самого утра? Знаю, остановились. Смотрю, не все женщины 55+ так легко себя обнимут. Там у некоторых уже захват. Но будем стараться. Поставили ноги шире и начинаем двигать нашей рукой по большой дуге. Зафиксировали таз. Повторяем в другую сторону. Еще два раза. Отлично. И последний раз. Добавляем скручивание корпуса, поднимаем ногу на носок и выводим пятку вперед. Еще два и один. Супер! Следующее упражнение. Ставим ноги на ширине нашего таза, делаем приседания. 4 приседания, неглубокий присед. Спина у нас сохраняется ровная. Колени стараемся не выводить за пределы нашей стопы. Последний раз. Отлично. И последнее упражнение. Татьяна, вот, да, похлопайте вот подножкой. Да, похлопаем. И последний раз. Супер. И красиво. Все, зарядка 55+, выполнена на 10 баллов. Но все равно нужно сделать всем утреннюю зарядку и потратить утром калории.